Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Игрополка, и сегодня мы с вами продолжим знакомиться с 15-м сетом коллекционной карточной игры Берсерк Герои «Огни большого города». У нас осталось 12 бустеров. Давайте к ним и перейдем. Так, Бесприданница, Медитация 3. Если, такой, по-моему, не было, да, если противник закрыл монеты для оплаты медитации, поиск лесное существо. Подавление магии. Каждый персонаж получает защиту от заклинаний до конца вашего следующего хода. Франдибола была. Гурами. Речная дева, при атаке возьмите карту. Повелительница боли. 3-3-5, жажда 2. За одну монету ранить ваше существо на 1, ранить существо на 2. И именем Угада заклинаю тебя. И здесь флюген, непроизносимое вслух слово. По крайней мере, с первой попытки. Но многие узнали отсылку, я думаю. Надоедливый дух. Росянка у нас была, и не одна. Вот патриарший карп, 7-6-7, рыба, речная рыба, чешуя 3. В конце вашего хода существо получает минус 1 к удару. Шериф был, и разбитые надежды были. Итак, мусорная стена. Это мы встречали с вами. Гном был, телохранитель был. Сломанная труба была, и здесь ультраредкая карта. В прошлом видео мы с вами открыли одну, и она была в первом бустере. В этом видео мы открыли сразу же в первом бустере вот вторую. Итак, дух вечного леса 6-4-8, это дух и энд. Когда вы получаете монету в свой ход, получите одну монету. В начале вашего хода верните энта с кладбища в руку, то есть если... Вы хотите построить колоду на энтах, это прям самое то. Все энты у меня, кстати, лежат вот здесь в одной стопочкой. Навалиться толпой. Уничтожьте существо, если его стоимость в монетах меньше или равна количеству существ под вашим контролем. Ну, да, навалились толпой всей и запинали существо. Так, дама в беде была. Рекс, красивый Рекс был. Надежды. Путь меча. Темный ворк. Завидный жених. Официант. 2-1-2. Голем. Найм. Противник выбирает одно из. Вы выполняете поиск существо стоимостью 4 или менее. Вы выполняете поиск существо стоимостью 4 или более. Он заказывает... Что вы будете делать? И грязные трущобы были у нас. Предвестник холода. Медитация 5. Защита от заклинаний. Пока, наверное, единственное существо в горах с медитацией. Так, базарный маг. Таудан. Покажите верхнюю карту колоды. Если эта карта стоимостью 3 или менее, можете разыграть ее бесплатно. Эталонный пижон. Грани духа. Пока одни и те же грани у нас. Грани жизни, грани духа, грани жизни, грани духа. Еще один гном. И фойловая Хельга. Редкая. 3-1-1. Имеет плюс 1 к удару и жизням за каждую вашу карту поддержки. Уничтожьте карту поддержки. Возьмите карту. Если уничтоженная карта поддержки не была вашей, уничтожьте Хельгу. Такая способность. Посол. Чешуя. Лягушонка. Изгой чаще. Найм сразится с существом противника. Если ваш герой лесной или нейтральный, полностью излечится. 5-5-5. Тяжеловес. Орк. Пока атакует раненого персонажа, имеет плюс 4 к удару. Коллектор, тролль, гибель. Можете положить существо в руку. Верни толк.
навалиться толпой, презрением, путь меча и погост. Местность. В начале хода поиск существо стоимостью 1 монета. Положите его на кладбище вместо руки. За 2 монеты существо на кладбище становится нежитью до конца хода. Необычный пижон. Труба. Авангард Лихолеси 3-4-3. Эльф. Когда существо стоимостью 3 золотых или более входит в игру под вашим контролем, выстрел на 2 по герою противника. Лошадь была, и объявить розыск. Редкая карта. Выберите карту на любом кладбище. Поиск все карты с таким названием в колоде и руке каждого противника. Ваш герой добывает найденные таким образом карты, а также все карты с таким названием со всех кладбищ. Мне эта иллюстрация напоминает «Назад в будущее 3». Хотя уверен, что, конечно, это не она. Вольт. Вы не можете разыграть это заклинание, если противник не перемешивал колоду в этот или прошлый ход. Этот противник показывает руку и замешивает карту на ваш выбор в колоду. Вольт, здесь вот у нас человек с картами, это прием, который меняет карты местами. Он делается обычно, вот здесь у меня, например, парный кинжал, я хочу чешую дракона. Он делается обычно так вот, немножечко незаметно, да, чтобы поменять карты местами. Шулерский прием, так называемый. Так, вольт, район, кинжал еще один парный. Забастовщик у нас был там где-то в углу, ну и волчонок был. Так, мастер ритуалов. Чешуя, кальянщик, погост и росянка. Это все у нас было. Итак, грани бедствий. Вот еще одни грани. Это у нас теперь тьма и горы. За 8 монет заклинание. Каждый противник выбирает одно из. Раниться на 10, потерять все мои монеты, все свои монеты, уничтожить все свои карты, кроме героя. Бедствие так бедствие. Так, затопление. Бригадир 775, орк при атаке, если цель погибла, подготовьте вашего орка. Конферансье, гоблин. При розыгрыше конферансье вызовите существо стоимостью до 2 монет. Если вы ходили вторым, вызовите еще одно существо стоимостью до 2 монет. Хороший конферансье. И редкая карта. Глава труппы. Наемник 3-3-4. Если ваш, за одну монету, если ваш герой степной ранить каждого противника на 3. Горы. Поиск. Карта поддержки. Лес. Излечите персонажа на 4. Болото. Отравите существо на 2. И тьма. Уничтожьте существо стоимостью 1 монета. То есть всем. Угодил всем. Багги, погост, комик. Старая шахта. Местность. Ваши существа имеют найм. Эта карта добывает нижнюю карту любой колоды. Изгой чаще. Свинодемон. Рыба. Тяжеловес. Вилли липкие пальцы. Волшебный рассвет может быть в колоде только у любого героя-мага. Излечите до 5 ран с ваших персонажей. Это сюда. Телохранитель, меч лидера, ветеран и стена у нас были. И фойловая ультраредкая карта – это душа вулкана. Дух-зверь. Защита от заклинаний. Имеет плюс 1 к жизни за каждую карту в вашей руке. Ваш герой имеет все другие особенности этой карты. Где у нас горы? Горы вот здесь.
Что-то у меня было мало фойловых карт. Значит, они там где-то все оставшиеся сейчас будут. Так, это у нас было. Реновация, свинодемон, нага, мечник, песик, рекс, беспризорница, медитация 2, регенерация 1. Еще одна карта с медитацией у леса. Что-то шерифов у меня уже много. Заводной убийца. Построить район. И лягушонка. Честный работяга. Все это у нас было. Итак, необычки. Грани смерти. Еще одни грани. Игрок уничтожает свое существо, если под его контролем нет других существ. Уничтожает существо, если у него нет других существ. Прочитал как-то неправильно первый раз. Так, юный росток энд. Гном и проточница были. И еще один, третий безумный хирург. На повторы мне везет. Так, это все было. Коновал, жажда 2, возьмите карту. 5, 4, 7. По-моему, этого не было. Изгой чаще. Верный соратник. 3-3-2 может ранить существо на 1, если ваш герой горный. Оглушите это существо. Горный или нейтральный. Это найм. Еще один шериф. Испарение. Выберите одно из. Раньте существо на 2, раньте существо с ранами на 6. Ранить, затем добить раненого. И лягушонка. Учитель химии. Беспреданница. Медитация 3. Так, вот сюда. Необычная афера с имуществом была. Вот чистильщика не было. Ваш герой добывает 3 карты с кладбища. Уничтожьте выбранную карту стоимостью 3 или менее. 4-3-4. Хламобот был. Модуль. Еще один. Модулей мало здесь получается. Пока только вот одного мы видели. И вот редкая карта мультистихийная. Найти лекарство. Излечите вашего героя на X, где X – количество существ на вашем кладбище. Вызовите существо стоимостью монет, равной или меньшей, чем избыточное излечение. Еще один шериф. В каждом бустере по шерифу. Ух ты, радужный ясень, энд, 8-8-8. В конце вашего хода можете потерять 4 монеты, при этом вызвать эту карту из руки. Да, хорошая цена, потеря 4 монеты. Ну, не знаю, наверное, зависит от ситуации, большая это цена или приемлемая. Так, посол, взять заложника и голем-снеговик. Изувер. Молодые побеги. Амулет уже был. Бичеватель. Грани смерти только посмотрели. Розалия. Медитация 2. Если противник... Это было... Да. Ранил героя. Для оплаты медитации выстрел на 2. Если закрыл монеты, получаете одну монету. И вот фойловая карта. Мастерство отражения. Заклинание за 3. При следующем розыгрыше противником заклинания, имеющего цель, вы выбираете цель вместо него. Так, а сколько мы с вами? 3 ульт. У нас еще одна ультраредкая карта не найдена. Так, дух шахтера. Щит. Яд бессилия, коллектор, баги, творец образов, молодой побег, наш автомат с газировкой, забастовщик и день ярмарки. Чистильщик, мусорная стена, юный росток, меч лидера и застывший акванит. 3-3-4, мультистихийная карта. За одну монету покажите заклинание из руки. Замешайте его в колоду.
Следующая карта стоит на X монет дороже до конца вашего следующего хода, где X – стоимость замешанной карты. Реновация. Путь меча. Кокетка. Посол. Комик. Заводной убийца. Очернение в прессе. Заклинание за 3. В следующий раз, когда противник должен взять карту, вместо этого вы берете карту. Здесь вот есть такая газетная вырезка с интересными заголовками. Газета называется «Время Конорвейна». Да? Верховный судья замечен в неглиже. И это у нас фотография Сергея Раевича. И интересно еще здесь. Подписка «Верховный судья объявил вне закона духов гор и культ стали». Две карты, которые были забанены в определенном формате. Интересно, вот эти вот всякие отсылки. В данном выпуске их стало намного-намного больше отсылок, юморных каких-то там изображений и так далее. Так, щучий наездник, 5-5-4, рывок. Гном. Это гном. Авиал и молодые побеги. Грани жизни еще одни. Конферансье. Найти гармонию. Затопление. И зараженные раны. У меня уже их несколько штук. Да, и плюс еще одна теперь файловая. Ну, давайте посмотрим, как она файловая выглядит. Так вот. Так, осталось два бустера у нас. Так, грязные трущобы. Подделать завещание. Вызвать на бой. Это вот сюда. Посол. Запрет на въезд. Молодые побеги. Взять заложника. Франдибола. Свинодемон и Нага. Что ж, необычные карты. Крематор, афера с имуществом, безумный ветеран, эльфийское копье и еще одна Хельга. Что ж, последний остался бустер. И я не помню, чтобы у нас было 4 ультраредких карты. Да? Значит, здесь у нас находится ультраредкая карта. Беспреданница. Учитель химии. Подавление магии, подделать завещание, франдибола, путь меча, посол, еще одна франдибола, две в одном бустере, авиал и запрет на въезд. Что ж, безумный ветеран, и афера с имуществом, почтовая лошадь, хедман. Демон 5-5-5. Гибель. Покажите 5 верхних карт колоды. Можете вызвать из них демона стоимостью 4 или менее. Остальные карты положите на кладбище. И да, вот она последняя. Последняя. Карта опера. Ультраредкая, очень интересная, что попалась именно опера. Это у нас местность за 3 монеты. Каждый раз, когда вы оплачиваете способность или карту, за каждую потраченную монету, положите на вашего героя эффект гонорара. Если их 100 или более, вы выигрываете игру. Эффекты гонорара не могут быть сняты, пока эта карта в игре. То есть, суть вот в чем, что в этом выпуске появились карты, которые... Их немного, конечно, да, пара штук, которые позволяют вам выиграть игру при наступлении или выполнении определенных особенностей. Вот накопили 100 эффектов гонорара, победили. Все, молодцы, поздравляем. Итак, что вообще я хотел здесь показать? Пытался разделить карты по некоторым группам, да, например, мультистихийные карты. Вот что у нас появились. Механизмы появились. Появились интересные карты, которые
срабатывают только если ваш герой нейтральный или определенной стихии. А вот целая у нас горочка карт. Карты, которые можно положить только в колоду определенного героя. Есть отдельные интересные карты, да, как, например, вот различные грани. Грани жизни, грани смерти, грани бедствий, грани духа. И у нас по проглядываются некоторые направления по определенным стихиям, да, например, очень много карт поддержки всевозможных, и на карты поддержки в основном гномы направлены. Это именно их карты, которые каким-то тем или иным образом взаимодействуют с картами поддержки, ну, потому что у них есть соответствующий герой. И много энтов, да, у лесов, то есть можно попробовать собрать колоду на энтах. Ну, отдельно големы, интересно, да, есть различная стопочка различных големов. Ну, а элементаль только один вот здесь, давайте его сюда положим. Ну, и выпуск получился отличным, как его назвали авторы игры, это свордпанк. Смесь средневековой феодальной культуры и кибернетических элементов. Думаю, по внешнему виду карт вы это переплетение культур заметили. Также мне нравятся еще взятые в прошлом выпуске некоторые направления на юмор и всевозможные отсылки. В этом выпуске этот момент проявляется не только в описании карт, да, но и в их иллюстрациях, в их внешнем оформлении. Давайте найдем. Где они? Вот он у нас, да, о чем я говорю, наподобие вот этого. Что касается механик, в сете идет как развитие механик из недавних прошлых сетов, например, добыча, так и начатое прошлым выпуском возвращение старых механик. Например, в данном сете вернулись механизмы. Ну, подводя общий итог, я бы сказал, выпуск выглядит очень интересным. Надеюсь, данное видео также было интересным и полезным. Если это так, я очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и до новых встреч!